Она бывает большой, она бывает малой, она бывает терпимой, она бывает как локомотив, которую не остановить. Нужда. А что вы знаете о нужде? Я, Леонид Леонтьевич, о нужде знаю. Человечество эволюционировало и училось справлять нужду по-разному. От там, где припрет, до общественного туалета. Общественный туалет – место весьма интересное. Справление нужды в общественном туалете, как правило, платное. От 2 до 4 гривен. Но особо эрудированные жители города додумались, что если справлять нужду на общественный туалет, то это будет бесплатно. Гении! Как говорят французы, «je suis sortir». Это означает «не я в нужнике, а позвольте выйти». Нам же, славянам, это дало возможность более точно изъяснять свои мысли. Замочить в сортире, сортирный юмор, вот как этот, и прочее. О! Также место справления нужды называют бараш. Это слияние двух слов, вернее слова и буквы. Пара и ш. Ш. Пошло это после того, как акт дефекации стали почищать газеткой. Справляя малую нужду на эту самую газетку, возникает звук ш. Поэтому историки стали назвать парашу парашей. И правильно сделали. Дамы и господа, товарищи, справляйте нужду вовремя, иначе обделаетесь. С вами был Леонид Леонтьевич. С нуждой.